Мальчишки и девчонки, а также их родители, вам не надоел легенький такой беспредел? Надоел? Ну тогда к нам. Уж поверьте, беспределами мы не занимаемся. Наша тема – наши дети. Их по сути много. Кто-то танцует, кто-то плаванием занимается. А сегодняшний наш рассказ о тех, кто может рисовать. В отличие от банальных изо-школы, здесь мелкие так развлекаются и покруче, чем многие. Потому что это не хобби, это искусство. Но иногда искусство превращается в праздник. Может, вы обидели кого-то зря, калитай закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, эй, прибавь ко входу машинист. Скатертью, скатертью, да не успеется, и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучше не верится, катится, катится голубой вагон. А потому что где мы находимся? Мы во дворце творчества детей и молодежи. Конечно, маловато таковых. Хотелось бы, чтобы их было больше. Так и поможем. Кончайте гоняться за вашим бывшим прошлым. Вот оно, ваше будущее. Ваше и наше. Оно умеет рисовать, и, по-моему, это круто. Конечно же, эта тема осенняя. Она у нас ежегодно, как уже традиционная выставка проходит. Всегда осенняя тема создает особое какое-то настроение. После жаркого, знойного лета природа одевается в красивые наряды. И мы уже тут на всю свою фантазию проявляем, на всю катушку придумываем разные образы. Вы видите, что у нас тут есть и фантастические образы, вот, например, как олень сказочный. Здесь мы путешествуем и в осенний лес, и рисуем необычные натюрморты. Очень много яркого цвета. Ребята очень старались. Итак, результаты неплохие. Магнитогорск и здесь на уровне. И не надо говорить о том, что мы только металлурги. Металлургия хороша. Но хоть она и по сути и градообразующее предприятие, но это всего 35 тысяч человек. А все остальное это город. Да, город дорог. И не каждый может жить. Но мы живем с нашими детьми. Они, конечно же, разные, но смысл один. Мы можем сделать их лучше. Так давайте стараться делать это.